Всем привет! Ну вот, наконец и свершилось. Пришло новое очередное обновление. Обновили патч безопасности. Ну, интересно, конечно, микрофризы остались все равно при скроллинге. Там. Кстати, по этому поводу я бы хотел немного углубиться. Заметил одну такую вещь. У меня было две симки рабочих в Poco X3. И что самое интересное, одну из них я вытащил, поставил флешку, и заряда аккумулятора реально стало хватать, на двое суток. Как это ни странно. Причем у меня индонезийская прошивка, на которой звонилка MIUI, которая в свою очередь может записывать все разговоры. Это очень даже хорошо. Очень даже good. Само обновление было довольно-таки небольшим, там 300 с чем-то килобайт. В принципе, мобильный интернет на 4G вытянул ее довольно-таки быстро и хорошо, и адекватно. На всю прошивку вместе с установкой ушло минут 7-8. Так что, кто хочет обновиться, обновляйтесь. Там патч безопасности за март 2022 года. В общем, как-то так.